Артур еще производит очень интересные манты на бачном. Будет договорить пневмомонок на бачном, который состоит из ресивера. В этом варианте где-то просто с перецовком. Точеная втулочка, которая вставлена петлюка, которая подработана в тех частотах. Как мне кажется, что очень похоже на вачном. И молочком подпитывают таким шнурочком, который одеваются на руку. То есть, в принципе, во время стрельбы, если можно его бросать, то он никуда не падает на землю. Звук как бы извлекает вот таким образом, поджимаете молочек и короткими резкими движениями. Мы производим это тикание самца бачного. Но колено, если его стоит так же скорбь. Вот таким образом. И с Артуром мы сейчас произведем полную песню тяги бачного.